Всем привет! Всем привет! Вы на канале Семья Тумановых! Сегодня у нас такая творческая мастерская. Мы будем открывать такой пластилин набор. Набор, да, пластилиновый Плей-До. Будем с Димой готовить кексы. Кекс! Ура! Дима очень любит лепить, да, из пластилина разные фигурки. Давайте же посмотрим, что там у нас. 5 баночек разноцветных, да? Да, очень интересно. Очень интересно, класс. Займемся сейчас с Димой творчеством. О, здорово, смотри, сколько фигурок разных. Да, это формочка для кексов, да? Сейчас мы туда пластилин загрузим и посмотрим. Ну что у нас здесь? Вот такие вот формочки. Очень красивые для наших кексиков, чтобы делать украшения. И 5 баночек разноцветного пластилина. Ну что, давай построим сначала. Подожди. Вот такая инструкция есть. Сейчас мы по ней все сделаем. Выходит, поголодался, да? Так, где? Вот так вот. Вот. Что там шприц-то где? Вот так. Вот такая у нас тортница, да? Тут можно и тортики делать, и кексы выкладывать. Это что, заклеивать? Нет, это же лопатка, чтобы накладывать кексики. Что, давай пластилин открывать? Давай! Ура, ура! Вот розовый у нас, голубой цвет. Да, он нам понравится. Он такой коричневый. Коричневый, кремовый, да. Желтый. Желтый. И зеленый, Дим, держи. И зеленый нам понравится. Конечно. Очень хорошие цвета, яркие, вкусные. Сейчас мы будем пироженки из них делать. Давай, ну кекс. Что, начинаем? Давай с кекса начнем, давай. Вот это. Там, наверное, 2 цвета нужно закладывать. Вот, кексница у нас вот такая есть. Давай посмотрим. Вот так. Достаем пластилин. Ну, давай сверху попробуем розовый еще сделать. Дима у нас любит экспериментировать с разными цветами. Открывай, что там за кекс у нас получился. Ух ты. Пока он готовится, да, Дима сказал, мы приступаем к другим пироженкам, да? Да. Тут у нас много тарелочек. Давай вот сюда загрузим. Допустим, вот розовый. Да, давай, загружай, загружай туда. Во, правильно, тарелочку надо подставить. Правильно. Толкай, толкай, толкай. Наш шприц. Сейчас оттуда должно у нас что-то красивое вылезти. Фигурное. Вон, идет, 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 Дим. Давай, 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 давай. Вот такую Дима сделал колбаску. Можно разных цветов сделать. Можно смешивать цвета. Испекся? Давай посмотрим. И украсим вот этой штучкой наш кекс. Давай. Давай вот так вот поставим. И будем украшать. Все розовое у нас получилось. Давай сам украшай. Вот так Дима старается красивую сделать пироженка. Вот такая пироженка у нас, да? Получилась красивая. Давай-ка посмотрим. Вот, спасибо. Вот такую мы с Димой сделали пироженку. Сейчас мы ее украсим какими-нибудь вкусняшками, да? Давай на тарелочку пока поставим кексик наш. Вот такая вот у нас получилось. 1 пироженка. Давай продолжаем. Давай посмотрим. Может, приготовился твой кекс уже? Нет. Нет еще? Почему? Нужно посильнее. Посильнее надо? Ну, давай. Вот, готов. Готов, да? Ой, смотрите, какой разноцветный Дима сделал кекс. Вот сразу с бантом такой получился. Что-то у нас пластилин почему-то как будто бы растаял. Плохо очень форму сохраняет, держит.
Вот он слишком мягкий, не делает фигурку. Вот смотри, я собачку сделала. Какую собачку? Ну, такую. Давай ее вот так посадим на наш кексик. Где? Такие вот смешные у нас кексики. Дима их делает сам, потому что Дима повар, да? Кондитер у нас сегодня. Очень увлекательная игра. Дима прям, смотрите, как он собирает разные цвета. Ему очень нравится смешивать их. Вот такой яркий колобок получился. Сейчас он его загрузит в шприц. И получится у нас цветная колбаска. Давай. Идется другая колбаска. Вот он как. Ой, такой у меня кекс получился. Это я его делала. Конечно. Ты же мне тоже помогаешь. Такая, можно украшать эти кексы чем угодно. Сердечки, вот бабочки можно разные делать. Вот мой уже кекс, смотрите. Вот Дима опять мешает цвета. Мы открыли еще и добавили зеленый, очень такой красивый цвет. О! Вот такой Дима сделал трехслойный себе, даже, наверное, четырех. Давай его будем украшать. О, какой красивый у меня кексик получился. С розовой такой начинкой. Вот я, наверное, возьму у Димы вот эту колбасочку и украшу свой кекс. Ладно, Дим? Да. Вот, смотрите, какой красивый получился. Как настоящий прям. Еще одну колбаску. Давай, давай. Так, кекс. Правильно, собирай весь пластилин. Сейчас еще одну колбаску для кекса сделаем. Давай. Диме так понравилось загружать тесто в шприц, делать разноцветные колбаски. Там. Вот. Это сумма. Я сделал. Сделал, сейчас я буду украшать. Смотри. Такой вот разноцветный мы сделали с Димой. Кекс еще. Давай свою колбаску, мне как раз надо. Давай, еще делай, конечно. Вот этот что-то без украшений у нас кекс остался. Я тебе так. Вот. У меня получилась такая огромная какашка. Точно, похоже на какашку. Всем спасибо за просмотр, друзья! Друзья, и подписывайтесь на наш канал, пока-пока! Подписывайтесь на наш канал, а мы с Димой продолжаем кулинарное творчество наше, да? Да! Будем лепить кексы дальше!